еще раз, дети, это круто, но вот наши призеры. Бурцев Маша, первое место по хортингу в городе Киеве. Агапкин Александр, второе место. Конобеев Илья, первое место. Уваров Иван, третье место. Белоусов Андрей, наш лидер в России, тоже первое место занял. Самый мой ученик, моя подного, поддержка. И покорный слуга Эдуард Филин, второе место у вас в Киеве по хордингу. Спасибо большое. Конечно, наши мамы всегда рядом. Бурцева Екатерина, мама Бурцевой Маши, которые довольны, обеим нравится наш спорт. Еще хотят приехать к вам в гости. Слово. Я думаю, что хортинг будет развиваться и у нас в Рязанской области. Надеюсь на поддержку и Киева, и других городов. Все было очень замечательно. Оригинальный вид спорта. Дети молодцы, выступили хорошо. Киев красивый. Что еще? Удачи в этом развитии. Че, мне все понравилось. Опять по-новому. Да что по-новому? Очень понравилось соревнование по хортингу. Погнал, парень. Интересно очень было. Узнать, как вам другие, вот из других, другие люди, вам испытать себя, проверить. С другими людьми попробовать подраться. Проверить. Ждите нас еще, мы приедем. Респект и уважу к Киеву.